Привет, друзья! Это блог Сифар, первый выпуск. В этом выпуске мы посетим святое место для всего экипажа. Посмотрим, как живет рядовой состав, и возьмем интересное интервью. В целом, мы попытаем морскую жизнь на моей шкуре. И каждый из вас увидит, какая она, жизнь моряка. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, покажем всем, какая она, романтика моря. Остатки какого-то пирога. И надо бабку, кому не хватит, есть гречку. И фрукты, в общем. А здесь Красный Крест вообще реально такой буряк, который я ненавижу. Что же там находится в холодильнике? Святая святых. Куча вареных яиц. Тюна, сардины, сапорита. Здесь даже есть вот такие вот брикеты из говядины. Куча джемов. Сливки, майонез, вообще какой-то не майонезный. Колбаса, сыр, сосиски, колбаса жареная, сыр фета, суп. Здесь в морозилке у нас обычно еще есть иногда мороженое, вот даже остатки походу остались. Вот, но сейчас его нет. Обычная микроволновочка. Даже есть мивина для особо голодающих. Взять, что ли, погрызть хоть. Тут основная мойка, холодильник, камбуза, ну и посуда, всякая, тарелки. Наша столовая, где обедает, ужинает и завтракает рядовой состав. Чайник, тостер. Это столик капитана. Все очень просто. У нас есть стол для работы, в нем есть шкафчики, у нас есть диван, у нас есть кровать. У кровати снизу еще шкафчики. И, конечно же, нам нужен большой шкаф. Вот как-то так. Полочки, вешалка, зеркало. А внизу специальные два отдела для emergency suit и спасательного жилета. Ну, а это инструкция, как одевать спасательный жилет. Все просто интересно. С кроватью все поинтереснее. Одноместная кровать. Ну, в принципе, можно поместиться и вдвоем. Вот здесь умывальник, туалет и там душ. Ничего особенного. Ну и тумбочка. Кондиционер в каждой каюте выполнен примерно в
в таком виде. Вот здесь. Закрывается, открывается. Туалет непростой, вакуумный смыв. Прямо как в самолете. Телефон есть для внутрисудовой связи. Номера кают. И мы можем друг с другом по нему общаться. Уже вас обычно чаще всего вызывают по нем на работу. Поэтому многие его просто ненавидят. А что же там за окошком? Наверное, пейзажи, океаны, моря. Нет. Контейнера. И так весь рейс. Ну и все. Поехали дальше. Хорошо, вообще круто. Так, и что ты будешь спрашивать? Какие вопросы ты спрашиваешь? Сейчас. Ну. Что, как тебе работается в море? Нормально. Нормально? Домой хочется? Хочется. Сколько ты уже на судне? Сначала какая твоя должность? Должность? Третий помощник капитана, да. Сколько лет уже работаешь в море? Уже 14 лет. А в должности третьего? 2 года. Полгода, да? Часто у тебя такая грязная работа? Временами, да. Помай. Работала ОСом был, короче, там. И ИБИ потом перевели, ну, один контракт, там, 4 месяца поработал. Следующий контракт перевели меня. Боцмана, да. Ну, работал боцманом, учился. Сколько лет ты уже в море? Я не знаю. Приблизительно. Судный контракт 1.5 года уже, чисто в мае. Документы были, но с переводом, сам знаешь, как. Пока там, да, промоушены были. Да. Как новая должность, нравится вообще? Да, отлично вообще, я такой довольный, блин. Ну, как ты сказал, второй контракт, я не могу нарадоваться, да? Да, не могу нарадоваться, второй контракт, реально, вот он был, ну, вот это. Короче, весь пароход на тебе, кто не приедет, все носом тыкают, почему тут, почему, ну, короче. А здесь у меня своя должность. Ты планируешь работать всю жизнь в море? Страшный вопрос. Наверное, да. Учусь не первый год, на четвертом курсе. Бросать не собираюсь. Буду стараться продвигаться по карьерной лестнице. Какие основные знания нужны для третьего помощника? На что обратить внимание третьему помощнику? Ну, то есть правила МППСС, это как, ну, я знаю, как Библия, да. То есть это нужно знать. Но еще очень важно для ребят, которые хотят, то есть это, я вам говорю, 100%. Приходить, то есть хотя бы часик там, когда он учится, там или потом, до того, как получил диплом. Приходить на мостик, находиться здесь, быть в этой атмосфере. Почему? Потому что, когда ты привыкаешь, ну, допустим, к мосту, да. Тот же аларм где-то спитирует, тот же, то есть и само нахождение на мосту, ты привыкаешь к нему, то есть ты находишься на своем месте. Потому что если тут не бывает, приходить раз в месяц, и, потом туда, только и ты приходишь, да, ты себя чувствуешь некомфортно, то есть нужно постоянно привыкать к мосту, что это твое рабочее место. Вот.